Более 75 тысяч детей и 2 тысяч учителей в Алматы нуждаются в компьютерах. Техническое оснащение для обучения закупят за счет средств школ, акимата и резервов правительства, а также временно раздадут все компьютеры школ. Кроме этого, выяснилось, что не у всех учеников и педагогов есть доступ к интернету. А таких случаев десятки тысяч. Для решения данной задачи 22 тысяч учащимся, нуждающихся в доступе к сети интернет, местным бюджетом приобретены сим-карты и роутеры. В эти дни сим-карты и роутеры уже выдаются детям. Кроме того, для учителей, у которых нет доступа к интернету, будет предоставлена возможность проводить онлайн-уроки в стенах школ при условии обеспечения санитарных мер. В управлении образования Алматы рассказали, что к 1 сентября все школьники получат учебники. Их уже начали раздавать, разъяснили чиновники и процедуру отбора в дежурные классы, где смогут обучаться до 15 детей. Конкретных условий нет. Родители первых и вторых классов могут подавать заявление. Приоритет за работающими мамами и папами. Ну а тем, кто находится дома, рекомендуют заниматься онлайн. В этом году в первый класс в Алматы должны пойти свыше 27 тысяч малышей. Thank you.